Все, поехали. Короче, салам алейкум все. Мы сегодня подтягиваемся, собрались, короче, нашего, короче, брата. Бахты сын женится, у него свадьба сегодня еще. Воскресенье, да, на свадьбу? Да, Баха, тебе, короче, от души есть, бля. Все свою людскую порядочность проявляешь, бля. Небезразлично тебе, короче, судьба есть. Достойного тебе в этой жизни. Короче, бля, дай Аллах, чтобы этот пацан, да, молодой, как его зовут? Бахты сына. Но самое главное, чтобы он своего отца имя есть, бля. До конца произнес, бля, как мы его люди все знаем, понял? Он наша душа, он наши сердца, короче, мы все его достойны, все порядочные, все его знаем его имя. Дай Аллах, короче, им счастье, благополучие, понял? И скоро, бля, надеюсь, чтобы Бахтия и нас всех они обрадовали, бля, здесь же гитами, короче. Жизнь ворам! Вечно! Жизнь матерям! Вечно! Салам алейкум, братан. Бүгүн, короче, парзантыңызды туйган, табриклаймыз, короче, хаммабыз жакшы болот, Дилшот, Азиз, Фируз, ты знаешь, как получается. Азиз и Фируз и тоже салам от нас. Короче, жакшы болот, номудан, хаммабыз, номумуздан табриклаймыз, короче. Жиз воран! Вечно! Жиз бродягам! Вечно! Олег Егор, скажи, пожалуйста, слово, короче. Баха. От твоего лица, короче, что сказать? Че, от души за это все, короче, что поддерживаешь, короче. Что, короче, вспомнил это все, это свое людское, короче, ты погадал. Поздравляй от нас всех, короче, тоже. Дай Бог, чтобы всегда вместе были, короче. Всего самого хорошего от Бога. Без двора. Вечно. Без матери. Вечно. И тут мама не пепел. Хорошо вам сидеть. Праздник у кого? Бахти. Бахти сына же, вашего брата Саша. Бахти это, который женился? Не, его сын женился. Бахти что, живая? Совет на любой. Вот, крепкой семьи в первую очередь. Быстрее, чтобы на свет появились, как говорится, преемники, да? Еще, правильно. Внуки, когда внуки появляются, это еще лес продлевается. Желаю самого чистого и светлого Господа Бога.